рамках подготовки достойного празднования 75-летия победы советского народа в Великой Отечественной войне и года памяти и славы 25 января состоялся областной слет поисковых отрядов Ростовского регионального отделения Общероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите Отечества «Поисковое движение России». В рядах поисковиков есть не только те, кто работают на полях сражений, но еще пишут книги, организуют выставки, конференции, выступают перед молодым поколением. И на самом деле, вот в свете всех тех тревожных нападок на память о наших героях, эта работа приобретает исключительное значение. Тем более, что наши уважаемые победители, ветераны войны, в силу своего возраста, уже не всегда могут выйти и пообщаться с молодыми людьми и рассказать то, что на самом деле они видели. Вообще задача года не только достойно встретить юбилей, вспомнить, рассказать, но и наработать те форматы, выявить новые какие-то проекты интересные, которые позволят вот сохранение исторической памяти сделать актуальным, востребованным среди молодого поколения. Сегодня у нас такая рабочая встреча, слет не только самих поисковиков, представителей ветеранских организаций, партнерских организаций, потому что такая работа, она ведется всеми вместе. Мы поговорим о том, что есть у нас на федеральном уровне, что планируется здесь. И, конечно, особенный разговор, я как член рабочей группы по подготовке закона, внесению поправок в Конституцию, хотела бы немного рассказать и расскажу обязательно своим соратникам, коллегам поисковикам, об этой работе. И надеюсь, услышу от них какие-то замечания, предложения, вопросы. То есть у нас вот такая сегодня программа.